И в этом видео я хочу вам показать мои подарки. Первый подарок от моих дедушки с бабушкой. Они мне подарили вот такое полотенце в милой упаковке. С пожеланием здесь, с комплиментом. И еще вот в такой коробке они мне подарили шампунь для волос и спрей. Моя крестная подарила мне набор для изготовления акварельного мыла. И вот такой набор, так как я увлекаюсь квиллингом, этот набор ему посвящен. Вот такую здесь картину нужно делать. Мои родители подарили мне часы. Бальзам для губ. И лак для волос. Следующий подарок от моих двоюродных дедушки с бабушкой. Они мне подарили вот такую фиолетовую красивую бутербродницу. Там можно так вот ложить бутерброды. Очень удобно. И еще вот такой набор. Тут нужно вышивать бисером. Такая открытка получится. Мои дяди с тетей подарили мне блеск для губ, шоколадку Milky Way и вот такой набор металлопластики. Тут нужно делать собачку. Мой крестный подарил мне коробку конфет Рафаэлло. А мой братик младший подарил мне вот такую шоколадку Аленку. Мои вторые дяди с тетей подарили мне вот такую алмазную мозаику. Здесь можно сделать вот такого волка. Когда картина закончена, она сияет. Так как это из вот таких вот кристалликов. Вот здесь можно сделать очень большую картину. Вот такую. Это делать очень долго. Ну, я надеюсь, что я ее осилю. Это очень кропотливая работа. Но зато в конце получается очень даже красиво. Ну и конечно же все родственники подарили мне цветы. И теперь во всем доме у нас приятно пахнет весной. Хочу поздравить всех девочек с Международным женским днем. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы у вас все-все получалось. И шло хорошо, чтобы вы оставались такие же красивые, чтобы у вас все-все-все желания исполнялись. И на этом мое видео подходит к концу. Кому понравилось, жмите лайки и подписывайтесь на мой канал. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о моем новом видео. Ну что ж, я с вами прощаюсь. Всем пока! Скоро увидимся!